Ну, больше нам реально. Ничего. Сюда. Не, если хотите, проходите. Вот, у Кина сейчас помягче стал. Хороший мой. Большие-то уже фотки. За неделю как вымахали, а? Чтобы в динамике у нас были фотки с этой уткой. Да, мы фотали их маленькие. Они в полтора раза меньше были. Да, они были вообще размером с яйца. А сейчас-то они уже больше. Даша, подержи, пожалуйста. Милашечки. Мама встала. Сейчас, видимо, все встанут. Сильно много внимания, да? Скажи своим потом. Ты так красивее смотришь. Да. Красивее, когда ты молодец. Она позировала. Все, Аня пошла кушать. Ой, крепёшки у неё синенькие, красивые. Да. Ой, вот эти два, которые под ней сидели. Я в прошлый раз 12 считала. Сколько сейчас? Или больше? 15 даже? Я до 12 не досчитала и сбилась. Мы тоже сбились, потому что не давая носиться. Ага. Ну, сейчас, а смотри, как 15. Они ныряют. Вон, смотри, одни лапы торчат. Вот у этого, смотри. Попа одна. Ой, комиссия. Ай, крыльями машет. Мы прям это, поздороваться. Крыльями машет. Мы проснулись, даже не по полдня. Сразу надо было бежать к ним здороваться. Поэтому с собой тоже рвутся. Сейчас еще немного поспался. Они на неделю старше стали. Вон, смотри, попа торчит. Мы на неделю тоже выходили, смотрели. Вообще здорово, что они здесь. Тут так вас радует. Они на той стороне. Нет, в тот раз слизней не было. Они летали куда-то. 15 тоже насчитала 15. И утка в конце. Да, смотри, как он ныряет. Ну вот этот вот самый мокрый. Самый мокрый. Не за водоросли. А тут интроверт, смотрите, на берегу который. Мам, смотри, утка. Да, утка, ну лапки размять. Вообще спит один. Лапки размять. Один спит вообще. Ну, подожди. А вот эти вот заплывут подальше и курнаются. Так ты ж хочешь покурить?